Атаман. Артикул 243-94. Он очень хороший, вживую, на фотографии прям совсем не так он смотрится. Атаман – это трикотажное полотно, характерный поперечный рубчик, как репс. Только репс – это ткань, а атаман – это трикотажное полотно. Не знаю, видно вам рубчик, не видно, я очень стараюсь его показать. И упругой, эластичный, растягивается не сильно, но эластан есть, да, видите, как он поигрывает так и в одну, и в другую сторону. По утку чуть больше тянется, ну и вот такие прекрасные ромашки, подсолнухи на синем фоне белые. Неубиваемый ткань. Прям вот хорошие плотности. Пластичная, можно даже сказать, что текучая, прекрасная команда.